Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Такой ресторан на дороге между Варной и Бургасом. Очень приятное, хорошее место. Мы сейчас определили с женой, что самым важным и главным условием для ресторана на дороге, с чего все должно начинаться, является, как вы думаете, что? Какое главное и важнейшее условие для ресторана, для успешной работы ресторана или какой-нибудь едальни на трассе, где много туристов ездят на автомобилях, что является самым важным, самым главным, самым определяющим, первым, с чего начинается успех или неуспех этого коммерческого предприятия? Интересно, кто напишет правильный ответ. Я желаю вам удачи. До свидания.